В честь празднования Дня города наша больница примет активное участие в этих мероприятиях. И работать мы будем на трех точках. Первая наша точка – это Ледовый дворец. Там развернет свою работу поликлиническое отделение номер один. И будем организовывать единый день диспансеризации. Врачи будут вас принимать с 10 часов до часу дня. Вторая наша точка – это тропа здоровья. На тропе здоровья будет развернута медицинская палатка, где вы можете измерить артериальное давление, измерить вес, рост, проконсультироваться у терапевта, а потом еще параллельно пройтись по тропе здоровья маршрутом кардиолога. И вас может проконсультировать врач-кардиолог. Третья наша точка будет располагаться около арсенала, кинотеатра «Арсенал». Там у нас расположится передвижной мобильный центр здоровья и передвижной флюорограф. В мобильном центре вы можете исследовать ЭКГ, измерить артериальное давление, посмотреть внутриглазное давление, а также вам могут проверить функцию легких.